Телеканал «Север» представляет фильм на основе реальных событий «Фронт особого назначения». Посвящается работникам потребительской кооперации Ненецкого округа. Война началась, мне было 10 лет. Трудно жили. Во время войны у нас над деревней самолеты немецкие летали. Поставки продовольствия были под угрозой. Уже в навигацию 41-го года в округ поступили выделенные товарные фонды только второго квартала. Военное время требовало решительных действий. То есть и ты на фронт проситься будешь? Буду? Не пущу. Здесь твой фронт. Особого назначения. Накормить, одеть и согреть весь округ. Обеспечить детей учебниками, игрушками. В перечне жизненно необходимых товаров более 200 пунктов. Это только часть задач потребительской кооперации. Все живы. Никто с голоду не помер. А на нищету они не смотрят. Худые, двужильные. За гранью нищеты. На пределе сил округ выполнял и перевыполнял планы по вылову рыбы, заготовке мяса, пушнины. Все для фронта. Все для победы. Фронт кооперации. Все для людей. Очень хочется работниц поздравить. Может, из каких запасов кооперации? Хоть маленький подарочек. Бойцы фронта особого назначения сделали невозможное. Помогли сохранить жизнь каждого жителя Ненецкого округа и подарили жизнь следующим поколениям. Смотрите на телеканале «Север» 9 мая в 19:20. Фильм «Фронт особого назначения».